военный мотоцикл «Днепр». Это советский разведывательно-диверсионный мотоцикл МВ-650, производство которого началось на Киевском мотоциклетном заводе в 1960 году. Впрочем, что это я все рассказываю? Есть человек, который знает об этом чуть получше. Сергей Харли. Пленку «Прошлое». Обнаруженному феномену физик Силанов присвоил условное имя «Память поля», в дальнейшем изменив его на «Память пространства». Тут не сегодня, так в другой раз. Выживают только сильные. Ты на казака посмотри. А мы с тобой сильные и умные, и нам надо выжить. Андрюша, остановись. К перемене места, где душа доживает век. Шок. И пытаюсь проверить, будет он держаться или нет. Магнит держится благодаря тому, что в качественном окне установлена такая железная арматура. Без нее окно через пару лет перекосит. Будет промерзание, продувание. Швейцарские стереотипы. Часы, ножи, сыр и шоколад. Посмотрим, на что тут хватит денег бюджетному туристу. В каждом... Саправдное балетное майстерство. И он робит дивосные пируэты и выглядит довольно потешно. У него синдром короткого позвоночника. Лапы пиха выросли в нормальной должине, а тулово только на полову, а то... Конечно же, гонит на финиш